あっさいない。Как я уже говорил, Всемирная Федерация Карате но Мичи стремится вернуться к исконному карате, боевому искусству карате. В тот период, когда карате практиковалось как боевое искусство, были созданы специально выполняемые индивидуально комплексы движений кота. Изучая боевое карате, мы анализируем различные технические действия, представленные в кота, с точки зрения того, как они могут применяться в реальном бою. Эти технические действия отрабатываются в качестве базовой техники, многократно повторяясь на тренировках. Вот такова старая методика карате. То же самое делаем и мы. Мы считаем, что каратист должен путем упорных тренировок в совершенстве освоить базовую технику, изучить применение движений кота бункай и в дальнейшем использовать эту технику и в поединках.